Поездка была приурочена к юбилею побратимских отношений Талси и литовского города Преной. Гости из Литвы посадили на память в местном парке дружбы красный астролистный дуб. Всего же на празднество приехали делегации из 7 стран – Литвы, Эстонии, Молдавии, Швеции, Дании, Турции и России. Обширная культурная программа, выступления местных и приезжих артистов, день сбора урожая, фестиваль воздушных шаров чередовалась с официальной частью, когда гости могли познакомиться с работой талсинской администрации и поделиться своим опытом. Очень интересное общение состоялось за это время. Безусловно, изучали систему местного самоуправления, участие местных жителей как бы, в управлении своим муниципалитетом. Сравниваем тоже с теми как бы, изменениями, которые у нас происходят, потому что это обмен постоянный, ежегодный. Щелковская делегация отметила, что местное самоуправление в Латвии имеет значительно больше полномочий, чем у нас. Многие вопросы, которые поднимают жители Талси, решаются гораздо быстрее. Что касается санкций, которые ввел против России Евросоюз, то на отношения между нашими городами они практически не повлияли. Эти отношения, они, знаете, из года в год все крепче и крепче на человеческом уровне. Очень жалеют о том, что существуют эти санкции. Они считают, что они бы, наверное, большего достигли, если бы не было санкций, и могли бы вот здесь торговля, ну, скажем так, приграничная быть, то есть рядом. То есть Латвия от этого только бы выиграла. В следующем году щелковцы и талсинцы будут отмечать полувековой юбилей установления побратимских отношений между городами. В Талси, в отличие от Щелкова, пока нет улицы имени нашего города, но скоро там должны достроить новую улицу, и, возможно, она станет щелковской. Если исходя из человеческих отношений, вот, мне кажется, что, наоборот, вот эта дружба, по крайней мере, с Талсинским районом, она укрепляется. Мы практически каждый день говорили о предстоящих мероприятиях, которые мы должны, наверное, осуществить в наш юбилей. Мы надеемся, что вот в следующем году, вот, наверное, все-таки программу надо будет совместными усилиями как бы расширить, все-таки сделать ее юбилейной. Мы продумаем, наверное, интересную программу, где обязательно будет культурная составляющая очень значимой, должна быть молодежная программа, должна быть отдельная. Ну и, соответственно, уже, наверное, и политики тоже найдут обязательно какие-то точки соприкосновения. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».